Еще чуть-чуть крупнее. Ну, замечательная игра. Поздравляю вашу команду с победой. Ты доволен игрой своей команды и как оцениваешь игру команды соперников? Да, спасибо. Замечательная игра, действительно. Команда, мы все время теряемся на первый тайм. Выходим, какие-то не можем саута выбить, какие-то нарушения глупые. Но в целом, в принципе, играть было более-менее. Команда соперников молодцы, показали хорошую игру. Но они сегодня не в оптимальном составе, поэтому и вторую игру играли. Понимаю, но они нам сказали, что мы еще встретимся и мы вас еще сделаем. Но мы с удовольствием слеснемся в поединке. Я понял. Сегодня был ваш оптимальный состав или есть еще туз в рукаве? Ну вот наш капитан, в скобочках тренер, в скобочках защитник, немножко травмирован. И там еще, может, пару человек есть, но в целом плюс-минус оптимальный, да. Ну, у вас группа поддержки сегодня была достаточно хорошая. Может быть, вы благодаря ей победили? Ну это очевидно, по-другому и быть не может. Когда так кричат, болеют и ноги дополнительную силу получают и сразу уверенно. Уверенность в себе, да. Поддержка лучшая. Я понял. Ну, спасибо, ждем вас в будущих играх. До свидания.